Денежное дерево, славянский Гефест и обостренная ситуация на белорусско-польскую границу продолжают прибывать беженцы. Какое распоряжение дал Александр Лукашенко? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели, а те, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Большой разговор, миграционный кризис и цена совести. Сотрудники ОБЭП задержали топ-менеджеров МТЗ и БелАЗа за получение взяток. О каких суммах речь? Деньги из дерева. Бобруйск с рабочим визитом посетил заместитель премьер-министра. Что изменится на Фондоке? Все модернизированные мощности работали, если работают сегодня в одну смену, либо в две, работали в три смены. Куть железа пока горячо. Можно сделать хороший качественный металл, но эстетически это будет, ну, как ржавая палка. В Беларуси отмечают День кузнеца. Как выглядит современный огненный мастер? Время менять тренч на эко-шубу. Очень красиво смотрится. Для бобруйских шопоголиков уже появились варианты на минус. Во сколько обойдется зимний аутфит на рынке и в магазине? Миниатюрные парогенераторы и механические руки. Получилось вот такое, стоит на цыпочках, опять же на костыле. В художественном музее открылась выставка «Стимпан-кукол». Если душа у игрушки. Экономический прогноз, частичный локдаун и морской Санта. Первые израильские дети уже получили подарок на Рождество. Куда делись олени? Перспективы развития. Бобруйск посетил заместитель премьер-министра Беларуси. В частности, Юрия Назарова интересовало, как обстоят дела в деревообработке. В этом направлении в городе работают два предприятия – Фондок и Пинскдрев. Как за счет минимальных вложений максимально заработать? Рабочая поездка заместителя премьер-министра на Бобруйский деревообрабатывающий завод – итог визита президента на Добрушскую бумажную фабрику. Там Александр Лукашенко поинтересовался у правительства, как обстоят дела у трех проблемных предприятий концерна. Среди них – Борисов Древ, Фондок и Витебск Древ. Сейчас стоит задача выйти на высокие показатели. Деревообработка – дело прибыльное, поэтому отрасли уделяют огромное внимание на самом высоком уровне. Вкладывают и большие финансы, а значит, ждут такой же отдачи. На примере Фондока обсуждают, как достичь желаемых результатов. Один из вариантов – увеличение рабочих смен. В качестве примера выбирают мебельный цех. Именно на его базе с небольшими финансовыми вложениями за короткий временной отрезок можно создать достойное производство. Единственный минус – одна рабочая смена. Решение принимается сразу. Мощности будут увеличены, однако для этого нужны новые кадры. Здесь на помощь придут выпускники лесотехнического колледжа. Мы сегодня пригласили министра лесного хозяйства, первого заместителя министра экономики. Это по вчерашнему поручению президента. Когда мы были с докладом по нефтехимии, президент вообще сказал, что назрела уже, наверное, необходимость подойти очень серьезно к тому, чтобы создать определенную программу действий по вовлечению в оборот вот этой нашей лиственной древесины. Береза, осина, серая ольха. Поэтому мы сегодня еще и посмотрим на примере Могилевского региона, а как мы комплексно подходим, что здесь произрастает, какая здесь переработка есть, какие дальнейшие направления. Одно из них – производство сырья для бумажной промышленности. В качестве материала будет использоваться осина, в регионе ее достаточно. Одновременно пойдут по пути наращивания выпуска фанеры. Для этого установят новое сушильное оборудование, что позволит произвести в год до 4000 кубических метров материала. Основная задача вот предстоящих выездов на предприятие – все-таки разобраться с тем, что по факту имеем, и как задействовать это в технологическом процессе таким образом, чтобы это приносило больше эффект, нежели приносило в предыдущие годы. С тем, чтобы те модернизированные мощности работали, если работают сегодня в одну смену, либо в две, работали в три смены, круглосуточно, включая выходные дни. Разговор продолжается в стенах Пинскдрева. Фабрика – пример успешной модернизации. Здесь сократили производство дорогостоящей мебели из массива и расширили линейку изделий из ДСП. Правильность выбранного пути подтверждают цифры. Средняя зарплата среди рабочих без малого 1000 рублей. Рентабельность – 4,5%. В рабочем визите поставлена точка в деревообработке «Многоточка». Сейчас местных представителей отрасли ждет переоснащение. Специалисты делают хороший прогноз и уже в 2022 ждут результатов. Если все сделать грамотно, прибыль не заставит себя долго ждать. Максим Кембель, Максим Галионко. Итоги недели. Преступный синдикат, лыжные гонки и новый список. Минздрав обновил перечень безрецептурных лекарств. О каких препаратах речь? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре.
Александр Лукашенко распорядился накормить детей беженцев на белорусско-польской границе. Военные установили палатки, где будут раздавать еду малышам и равномерно распределять помощь среди остальных. Накануне мигрантам предлагали перевести их детей в санатории, но они отказались. Сейчас на белорусско-польской границе находится порядка 3000 человек. Подавляющее большинство – старики, женщины и дети. Ситуация остается напряженной, беженцы продолжают прибывать. Президент провел совещание с правительством. В первую очередь Александр Лукашенко коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Глава государства высказался на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Несмотря на наметившийся спад заболеваемости коронавирусом, расслабляться ни в коем случае нельзя. Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом. В МВД сообщили о задержании ряда топ-менеджеров предприятий МТЗ и БелАЗ. Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости. 7 фигурантов задержаны с поличным. Изъято порядка 100 тысяч долларов. Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств. Список дополнился препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, щитовидной железы, носа и глаз, глаукомы, а также некоторыми противомикробными и гормональными. Такие лекарства актуальны для пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями. А эта категория входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению коронавирусом. Белорусские лыжники получили 4 лицензии на Олимпиаду в Пекине. В феврале 2022-го в китайскую столицу от нашей страны отправятся 2 мужчин и 2 женщины. Квоты распределялись, исходя из рейтинга Международной федерации лыжного спорта. Всего в гонках примут участие 296 человек. Наибольшее количество лицензий получили представители России, Норвегии и Швеции – по 16. Они были уважаемы и богаты. Без их работы не отправиться в путь, не выиграть бой. Речь о кузнецах. Сегодня огненные мастера отмечают свой праздник. Профессия одна из древнейших. В современном мире ковка превратилась в элитный заработок или хобби. В Бобруйске тоже есть свой славянский гефест. Кто он и что разжигает его пламя? Узнала Карина Гуревич. С глубокой древности человечеству известна профессия кузнеца. Археологами найдены горны, возраст которых более 5000 лет. Считалось, что мастера находятся под покровительством бога Сварога и могут излечивать болезни, ворожить и отгонять нечистую силу. Ковка казалась таинственным делом, связанным с магией. Сейчас кузнецы используют молоты и прессы, создают изделия из разных видов стали. Они работают с раскаточными станками, собирают крупные заготовки. Частичная механизация позволяет мастерам творить в промышленных масштабах. В то же время есть те, для кого ковка – это хобби. Иван Викторов познакомился с молотом и наковальней еще в детстве. Впервые разжег горн в 14 лет. Рядом был дедушка. Он и привил интерес к необычному увлечению. Прошел через множество проб и ошибок, в какой-то момент даже брал перерыв. Переломный момент – приход в исторический клуб. Там он серьезно увлекся металлом и вооружением. Этот шлем я сделал в 16 лет. Попытка была сделать. Делал его довольно-таки долго. Много недоработок. Попытка была, это Вейсгарда 6 была попытка реконструкции. Как память себе оставил, потом все больше и больше, сложнее и сложнее. В жизни Ивана Викторова был период, когда хобби превратилось в работу. Но тогда пропала и романтика ремесла. Сейчас за городом у него маленькая кузня. В ней мужчина может проводить до 8 часов в день. Иногда делает что-то для дома или на заказ – котлы, оконные рамы, решетки. Но самая большая любовь – историческая реконструкция. Доспехи, сабли, мечи – есть место для полета фантазии. В доспехе самое сложное – это геометрия и симметрия, чтобы это было и красиво, без выбоин, чтобы это не было похоже на кусок ржавого металла. А в оружейном деле самое сложное – это отделка, безусловно. Можно сделать хороший, качественный металл, но эстетически это будет, как ржавая палка. Главная поддержка увлечения кузнеца – военно-исторический клуб «Газдава». Коллектив занимается реконструкцией, выступает на фестивалях и городских праздниках. В арсенале – военная амуниция, созданная руками участников. Здесь же и реплики оружия. Больше 40 единиц. Все – творения Ивана Викторова. Элемент вооружения и произведение искусства. Это сабля образца 17 века. Длина лезвия 85 сантиметров. Вес – около килограмма.
Оружие – визитная карточка войск Речи Посполитой. На создание у мастера ушло около месяца. В этом году у Газдавы юбилейный 20-й год. За плечами участников десятки постановочных сражений и военных реконструкций. Булатные мечи, дамасские сабли, доспехи – в них уже давно нет необходимости. Однако Иван Викторов уверен, магию живой кузни не вытеснить временем и технологиями. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Профессионализм и колорит в одном флаконе. Медиахолдинг «Бобруйское житье» стал дискуссионной площадкой для журналистов со всей Могилевской области. Локация – студия телеканала «Бобруйск-360». Тема разговора – новое медиапространство, вызовы и возможности. Участники – студенты и репортеры. Здесь же проходит награждение победителей конкурса «Лучший информационный бюллетень». В лидерах – поликлиника номер 3, Бобруйские электрические сети, ТЭЦ-2, лесотехнический, механико-технологический и технологический колледжи. После официальной части – краткий экскурс по городу. Первый в списке – «Красный пищевик». Участники форума ознакомятся с работой предприятия в медийном пространстве. У кондитерской фабрики свой YouTube-канал, газета и аккаунты в соцсетях. Сегодня выбрана эта площадка не зря, потому что это самый яркий пример не только в нашей области, но и в республике такой интеграции всех, наверное, имеющихся СМИ. Даже не наверное. И электронных, и печатных, и сетевое издание, и профессиональный коллектив, творческая работа, охват огромной аудитории. Поэтому вот медиахолдинг «Бобруйское житье» – это, наверное, является таким образцом для молодых журналистов. Следующая в списке – Бобруйская синагога. Гости изучают жизнь общины изнутри. Возраст храма насчитывает уже более 100 лет. Еще одна достопримечательность – еврейский дворик. Самое популярное место в туристических маршрутах. От XS до Plus Size. Только ударил первый минус, а на вешалках уже полно зимних вариантов одежды. В тренде этого года пальто-чебурашка, куртка оверсайз и удлиненный пуховик. К ним шарф-хомут и шапка с отворотом. Все это можно найти в Бобруйске. А где и по какой цене, узнавала Ольга Васенда. Зима – не самое простое время для реализации модных амбиций. Главными на несколько месяцев в гардеробе становятся пуховики, объемные свитеры и термобелье. Тем не менее, заморозки не за горами, а значит, пора утепляться. Первая локация в шопинг-листе – центральный рынок. Здесь аналоги знаменитых брендов в среднем по 125 рублей. За пальто, дубленки и пуховики продавцы просят 140 и выше. А джинсовый бомбер с искусственным мехом обойдется до 150. Очень красиво смотрится. У меня всегда верхняя джинсовая одежда, и очень хорошо ее покупают, потому что она редкость у нас тоже в городе, и я занимаюсь большими размерами. И, конечно, наши девушки и женщины хотят красиво выглядеть и одеваться, тем более это очень модно. В супермаркете под открытым небом широкие ассортименты зимних аксессуаров. Для любителей строгой элегантности – короткие и удлиненные оперные перчатки. Предпочитаете вариант поуютнее? Тогда вязаные варежки всех цветов. Головные уборы тоже удивляют разнообразием. Из классики – шапки с отворотом. Для модников – утепленные кепки и панамы. Для ценителей натурального – варианты из норки и андатры. При такой покупке кошелек похудеет примерно на 150 рублей. Детям понравятся комплекты-трансформеры, снуд и шапки. Всего 40 рублей. Как считаете, что актуально для зимы в этом сезоне? Достаточно теплое пальто. Я для себя куртку выбрала бы. Легкости какой-то хочется. Белорусские производители тоже идут в ногу со временем. В этом сезоне дизайнеры позаботились не только о качестве. Дресс-код на ближайшие холода, приталенный фасон, авангардный крой и меховые детали. Сочетайте стиль и удобство, вам подойдет пуховик ниже колен. Ценник от 130 до 295 рублей. Для любителей комфортной верхней одежды идеально подойдет вот такое удлиненное пальто. Легкое, практичное в носке, а главное – теплое. Наполнитель «Синтепон» согреет и в минус 15. Цена – 234 рубля. В ассортименте тренды 2022-го – стеганые куртки, двубортное пальто и дубленки. Последний вариант можно адаптировать под любой стиль одежды – от классического до спортивного. И главный плюс этого сезона – палитра красок. Горчичный, лиловый, винный, изумруд, причем как в детском гардеробе, так и во взрослом. А что сегодня приобрели? Какую вещь? Зимний пуховичок. Здесь постоянно отовариваюсь. Очень нравится. Не знаю.
Ну, чем на рынке, так здесь вообще замечательно. Мне нравится. Пора снова заглянуть в гардероб. Old School вернулся не только на показы мод, но и в магазины одежды. В ряды трендов записались пуховики, пальто и короткие куртки с поясом. Бессмертный вариант – оверсайз. Фасон в топах не первый год и еще долго будет частью гардероба каждого модника. Тут же стоит отметить актуальность декоративных вставок. Теперь картины современных художников можно созерцать не только на выставках в музеях и модных галереях, но и носить на себе. Прямые линии, прямоугольники и спирали на верхней одежде явно для смелых личностей. Если мы вспомним про верхнюю одежду, то здесь мы обязательно будем говорить про бомберку. Это 100% хит этого сезона. Почему? Потому что, опять же, его можно будет сочетать и с чем-то классическим, например, какое-то платье по фигуре, или же 100% спорт, например, худи. И в любом случае этот образ будет выглядеть на все 100. Несмотря на то, что бомберка пошла от экипировки военных летчиков для нас, для женской половины человечества, она дополнит образ на 1000000%. Собрать стильный лук можно и на обеденном перерыве. В интернет-магазине найдутся практически все бренды, в том числе белорусские. Есть возможность выбрать размер и цвет, почитать отзывы покупателей. Алгоритмы сайтов помогут собрать стильную капсулу. Варианты доставят на дом. В некоторых случаях без предоплаты. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Огни большого города. В Бобруйске пройдет ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций, предприятий и учреждений. Бороться участники будут традиционно в 4 номинациях. При подведении итогов комиссия учтет оригинальность и эстетичность оформления. Обратит внимание, как украшены фасады зданий, входные группы, витрины, окна и рекламные вывески. Сделают акцент эксперты и на благоустройство прилегающих территорий с использованием ледяных горок, новогодних елок, звукового оформления. Конкурс пройдет в 2 этапа с 22 декабря по 13 января. Подробности на сайте Бобруйского горисполкома. Фантастические куклы и место их обитания. В художественном музее развернулась выставка в стиле стимпанк. В экспозиции представлены детально проработанные герои. Они будто сошли с экрана телевизора. Во вселенной Сергея Дроздова паровые машины и другие ретро-технологии не исчезли, а достигли высочайшего развития. Фантастическая вселенная заинтересовала художника еще 10 лет назад. Начинал он с космических кораблей и подводных лодок, затем перешел к одушевленным персонажам. Сейчас в его коллекции сотни необычных кукол. Когда я начинал, они были маленькие, 18-19 сантиметров, так, потом подросли. Почему подросли? Потому что на куклах захотелось сделать оружие, чтобы оно двигалось, чтобы взводилось. То есть в основном вот из-за этого. В маленьких миниатюрах очень сложно. Потому кукла увеличилась до 50 сантиметров. Сейчас она опять немножко, вот коллекция, поменьше стала. Сергей Дроздов – художник, но его материалы не кисти, а натуральные – кожа, дерево, стекло и металл. В основе – запекаемая полимерная глина и набивной текстиль. Сами куклы – не просто экспонаты, это персонажи с неповторимыми историями. На создание одних мастера вдохновили фильмы, на воплощение других – собственное воображение. Бернардо Мартинес – начальник охраны выдуманного короля Тирота. У куклы десятки деталей – ремешки, чехлы, кармашки – все расстегиваются. Холодное оружие не отличить от оригинала. Им можно даже порезаться. Помимо классических кукол, представлена и коллекция браслетов. Мастер создал ее для Рижского дома моды. Каждая деталь аксессуаров изготовлена вручную. Близнецов здесь нет. Среди экспонатов немало работ, которых объединяет общая тема. В их числе серия «Стимпанк в Африке». Ее герои – исследователи тропических лесов. Получился такой, стоит на цыпочках. Опять же, на костыле, вот он, костыль такой у него, вот, из двух материалов, то есть здесь дерево лоза, здесь идет металл. Сигары скручены из листьев, не из табака, конечно, сигарного, потому что там немножко по-другому, они скручены из листьев, все как положено, обрезаны, то есть можно поджечь и курить. В художественном музее на Горького, 28, презентовано около полусотни работ автора. Выставка под названием «Сказочная страна синхромеханозия» продлится до 6 февраля. Гостей здесь ждут со среды по воскресенье. Время работы экспозиции – с 10 до 19 часов. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Экономический прогноз – новая эра и полезная подсказка. Инстаграм тестирует новую функцию, чем удивит соцсеть. Далее обзор громких мировых заголовков.
Еврокомиссия улучшила свой экономический прогноз на этот год для стран еврозоны. В Брюсселе говорят о так называемом отскоке производственных и финансовых показателей после кризиса, вызванного пандемией и карантинными ограничениями. Теперь люди возвращаются к работе с клиентами, и по оценкам Еврокомиссии, по итогам года рост экономики еврозоны составит 5%. В 2022-м темпы подъема показателей немного снизятся, но все равно, как полагают в Брюсселе, окажутся выше 4%. Нидерланды стали первой страной в Западной Европе за несколько месяцев, прибегнувшей к ужесточению санитарных мер в связи с ростом случаев заражения COVID-19. За сутки было выявлено более 16 тысяч новых инфицированных. Около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы. Ограничения вводятся на 3 недели. Их правительство назвало неизбежными. В субботы бары, рестораны и супермаркеты закрываются в 20 часов. Магазины с товарами не первой необходимости – 18. Франция и Соединенные Штаты начинают новую эру сотрудничества. Визит представительницы американского Белого дома призван положить конец кризису в двусторонних отношениях, который был спровоцирован обстоятельствами создания Содружества США, Австралии и Великобритании. Канберра договорилась с Вашингтоном о сотрудничестве в строительстве атомного подводного флота и разорвала контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму более 55 миллиардов евро. Инстаграм тестирует новую функцию «Сделай перерыв». Она будет напоминать пользователю о проведенном времени в приложении и рекомендовать, чем заняться свободное от просмотра ленты время. Пользователи могут настроить оповещение о перерыве на 10, 20 или 30 минут. Кроме того, новая функция посоветует человеку, как с пользой провести это время – почитать, послушать любимую песню, сделать несколько глубоких вдохов или выполнить запланированные дела. Легендарный Санта Иерусалима уже начал свое путешествие. Каждый год с приближением Рождества он пытается принести больше сказочного в священный город. Свой средневековый дом Исаак Ассизи превратил в резиденцию Санты, а свою жизнь в служение Рождеству. Клаус уже доставил часть подарков для детишек на лодках по Галилейскому морю. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск 360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.